Покажи, Богоявленский собор покажи. Уважаемый господин президент России, Верховного командующего вооруженных сил России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу многодарную Светлану Владимировну Владимировичу Путину, Александру Марию Владимировну, Екатерину Сергея Семеновича Собянина, патриарх Кирилла, патриарх Кирилл, партийный российский народный суверенный партии России Народный фронт, с праздником Крещения Господня. Сегодня в этом замечательном кафедральном Богоявленском храме состоится прекрасное патриаршее богослужение. И его святейший патриарх Московский Сиар Руси Кирилл прекрасно благословил предстоящую триумфальную победу на президентских выборах 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича и триумфальную победу на парламентских выборах Дмитрия Анатольевича Медведева Владимировича Путина, партии «Единая Россия», «Народный фронт». Да, Христос нам всю правду сказал. Да, Иисус Христос нам всю правду, сказал. Иисус, его светлое имя. Иисус! Его светлое имя, всеми чтимый и всеми любимый. Чтимый, и всеми любимый. И всеми любимый. Он победу на предстоящих выборах он президентских Путина, Путина Владимира Владимировича. На предстоящих президентских выборах Путина Владимира Владимировича. И на парламентских выборах. И на парламентских победу Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрия Анатольевича Путина Владимира Владимировича. Партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия». Народный фронт. Самый главный победа. Победой назвал. Патриарха Кирилла самый и, главный победой. И голосовать всех, и поголосовать всех россиян за голосовать на предстоящих президентских выборах, президентских выборах за Путина, президентских выборах, за Путина Владимира Владимировича призвал. 2012 года мы призвал, Метлицкий призываем за Путина Владимира Владимировича всех дружно и мы видим, и мы голосовать. И мы видим Христа да, перед собой. Мы видим Христа, перед собой. Христа понимаем собой. Его наставление. Понимаем его наставление. Наставление. Светом высших небесных прозрений. Светом высших небесных прозрений. Вновь победа на предстоящих президентских выборах. Триумфальная победа на предстоящих президентских выборах Путина Владимира Путина Владимировича. Владимировича. Она, на парламентских выборах Медведева Путина Владимира Владимировича, партия «Единая Россия», «Единая Россия», «Народный фронт», самой главной победой большой. Самой главной победой большой. Самой главной победой большой. Главный смысл и цель единения. Да, Россия есть центр Вселенной. Все народы идут за собой. Все народы ведет за собой. Самой главной победой большой. Главный смысл и цель мироздания. И поддержкой всех стран, мировое признание. Всех народов любимой одной. Любовью одной. Любовью одной. Любимый герой. И любовью одной. Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и вам желаем. С высшими наградами фестиваля слава и честь России. Единая Россия, отечество, долг и честь, единство, веру и славу России. Высшие наградные грамоты имени Сергея князей Дмитрия Донского, Владимира Прекрасителя Святой Руси, маршала Жукова. С высшими наградами Русской Православной Церкви, государственными премиями мира, всех стран континента, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, кинофестивалей. Вам, главным героем России, всей планеты. Мы назвали вас лауреатами, победителями, главным человеком эпохи года, десятилетия, тысячелетия, политиком, президентом, человеком 2012 годов, тысячелетия, столетия, главный герой России всей планеты. Главных миротворцев. Тысячелетия, столетия, главных миротворцев, самые яркие звезды на планете. Самые яркие мировые вам принадлежат все мировые рекорды во всех областях. Вам принадлежат все мировые рекорды. В кино, в литературе, в живописи, музыке. Музыке, в экономике, живописи, спорте. В экономике, спорте, в образовании, в космосе, в культуре. Поздравляем. В хранении. Экономике, спорте. Поздравляем вас. Много счастья. Успехов вам, вам желаю. Наша Россия, наш президент. Вас за силу повысит. Главным героем России всей планеты. Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Сергею Семеновичу Собянину, патриарху Кирилу, Нургалиеву, Бортнику, Коновалову, Чайка.
Фурсенко, Бастрыкину, Шойгу, Нарышкину, Иванову, Суркову, Варковичу, Жукову, Жукову, Журовой, вам, главным героем России всей планеты. Мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович. Рогозину. Владимир, мы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Ольга Геннадьевна, Марина. Мы вам желаем счастья, здоровья, успехов, долгие благая вам лета. Призываем всех россиян дружно и единогласно на президентских выборах 4 марта 2012 года голосовать за Владимира Владимировича Путина. Наша Россия. Наш президент. Ваша сила, право и честь. С крещением поздравляем. Вот нам Богоявленский собор. Святые посетители, не вы.
стражей креста. Наша Россия, наш президент, вас наш сильный управляющий. Наша Россия, наш президент. Крещением поздравляем. Законим, поздравляем. Сегодня все россияне идут набирать святую воду, крещенскую святую воду. Праздника вас поздравляем. Да. Спасибо вам большое. Здоровья вам. И вам всех благ. Спасибо. Всех благ вам. Божьего благословения.